Хочу порекомендовать вам международный интернет-аукцион Violety. Там вы можете купить, продать по выгодной цене старинные вещи. Также рекомендую подписаться на YouTube-канал Violety. Все ссылки в описании. Речка Сара, вон рыбка плещется. Блин, какое место красивое. Гаражи для лодок прикольные такие. Сосенки, елочки. Блин, фига тут место красивое вообще. Знакомый приехал тут. Красотища. Грув. Грув. Он взрослый уже, большой совсем, да? Сейчас скажу ему сколько. 10-го года, он 7 лет. Ага, большой совсем. Грув. Смотри на меня, Грув. Поснимай тебя хоть немножко. Какая красивая собачка. Вот очередная разруха. Вообще ничего не осталось. Сгнил полностью, все провалилось и сгнил. А сколько было? 5 окон. Не слабо. Да. Вот такой развал в домике. Весь такой закопченный он сильно-сильно. Мы были здесь, наверное, поздней осенью. Я вообще вспомнил, блин, я вообще что-то с памятью моей стало. Были мы здесь, короче. Не помню, что... Вот здесь вот...
Монетка. Монетка. Николаевская копейка. О! Николаевская копеечка. О, ребят, наконец-то монетка, потому что что-то сейчас редко попадаются монетки на чердаке. Ну вот. Опять мы нашли монетку на чердачке. Сохранчик неплохой. Ну, может, прибор на пару месяцев забирать. Помыть. 1911. Помыть ее и нормально. Сейчас еще поищем. Вот, ребят, ложечка выпала такая вот. Этот, который карбюраторный, ленинградский карбюраторный завод, а не Париж. Это обычный.